Сотрудники трех ведомств – Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста, госавтоинспекции МЧС – не первый год проводят совместные мероприятия. Акция в Брестском областном центре медицинской реабилитации «Тонус» – как пример того, что, объединившись, можно встречу организовать с пометкой 5 с плюсом. У нас проходит мероприятие, направленное на профилактику детского травматизма и вообще на профилактику травматизма. Сегодня мы проводим информационную такое мероприятие совместно с управлением ГАИ Брестского облсполкома и городским отделом по ЧС. У нас участвуют в акции волонтеры Красного Креста. Мы, значит, предоставляем информацию, также будем раздавать фликеры, чтобы детки были обозначены, чтобы видно было их в темноте. Ну и также, я думаю, что это будет полезно и для родителей. Что делать в первые минуты беды и как оказать помощь в экстренной ситуации? На эти и многие другие вопросы отвечали волонтеры Красного Креста. Они показывали на манекенах правила оказания первой медицинской помощи, подробно объясняя каждое действие. К слову, это был не единственный мастер-класс на мероприятии. Краснокрестовцы совместно с сотрудниками ГАИ делали акцент и на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних является приоритетным направлением деятельности сотрудников госавтоинспекции Брестской области. Мы проводим различные профилактические мероприятия, при этом в проведении мероприятий всегда подключаются наши различные общественные объединения, организации, как сегодня, например, Красный Крест, который не остается в стороне от профилактики и предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних и всегда на стороне безопасности. Дидактический ковер, который стал подарком для воспитанников Тонуса, послужил игровой площадкой для ребят. Здесь они вместе со стражами дорожной безопасности запоминали правила поведения на дороге, вблизи водоемов или железнодорожных путей. Как нужно вести себя на проезжей части и находясь в автомобиле, детям рассказывал инспектор ГАИ. Кроме того, на мероприятии выступали сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям, которые подарили центру яркие тематические книжки. Мы участвуем в мероприятии в центре «Тонус». Детям мы хотим рассказать и показать, как звонить в службу 101, что может привести к опасности и как ее избежать. Подарки от всех ведомств стали завершающей частью праздника. Но главное, каждый ребенок получил необходимые знания, которые еще не раз послужат ему в будущем. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.